400 тысяч рублей удалось собрать для лечения маленькой Алины на благотворительном празднике «День доброго мороженого». Он состоялся вчера на центральной площади Владивостока и был посвящен сбору средств для двухлетней Алины Ким, проходящей длительное лечение от онкогематологического заболевания. Сейчас необходимы средства на проведение иммунотерапии, полная стоимость которой 15 миллионов рублей. Ранее уже собрано почти 6. Насыщенную программу организовал благотворительный фонд «Сохрани жизнь». Гости приходили на праздник в ярких карнавальных костюмах, водили хороводы, пели, танцевали и играли. Для детей, проходящих, как и Алина, длительное лечение от онкологии, гости могли озвучить и записать сказки. Дети с удовольствием их слушают в больничных палатах. Работали локальные площадки, компании-участники соревновались в привлечении пожертвований для Алины. Всего 15 команд, бизнесмены, общественные организации и студенты. Подготовленные ими призы разыгрывали на сказочном квесте с подарками. Публикации, набравшие наибольшее количество лайков, получат особенные призы от нашего благотворительного фонда «Сохрани жизнь». На фестивале удалось собрать 400 тысяч рублей. В знак благодарности за пожертвования гости получали мороженое. Как считают организаторы, цель достигнута. Поддержать Алину можно также через сайт «Сохрани жизнь». Кирилл Самойлов, Игорь Болтов, Степан Шамрай. Новости на Восьмом.